Всем привет! Меня зовут Саня, и мы с вами продолжаем прохождение отличнейшей игры Control от финской студии Remedy, подарившей нам некогда Макс Пейна, Quantum Break и Алана Вейка. Итак, если вы досмотрели до второй части, а это вторая часть видео, значит вам понравилась первая, хотя я считаю ее довольно-таки неудачной. Итак, мы продолжаем ровно с того же места, на котором мы закончили, а это считайте, что мы закончили первый акт. И нас попросили пройти в сектор обслуживания для того, чтобы запустить ручное управление данным зданием вручную. Так как у нас нет там какого-то протокола и тыры-пыры. Ладно, ну что, продолжим. И как только я загрузился, игра нам сразу же подсказала, куда нам надо идти. Это сектор элеватор, сектор лифтов. Сейчас мы и узнаем, что там. Ахти, за работу. Увидимся в секторе обслуживания, сказал нам тот самый уборщик. Что-то с этим уборщиком неладное, если честно. Коридор доступа и просто сектор управления. Так, подождите. Найти путь в сектор обслуживания. А, коридор доступа. Как я уже говорила, уборщик на моей стороне. А вот и он. Что-то странно с этим уборщиком. Мне не очень нравится он. Так, загрузки между локациями. И довольно-таки длинные, кстати. И во время этих загрузок мне совсем нечего сказать, к сожалению. Сектор обслуживания. Это территория уборщика. Если мне удастся разыскать Ахти, он поможет мне добраться до управления изоляцией секторов. Возможно, это ты вступил меня... впустила меня в старейший дом. Возможно, это был Ахти. У меня такое ощущение, что это он заставил лифт заработать, чтобы я добралась до обслуживающего сектора. Значит, Ахти тоже направляет меня. Блин, иногда не успеваю просто читать. Так быстро сменяются титры. Нет, я бы... Если бы я просто играл, не записывая, то прочитать бы я, конечно, это успел. Но прочитать и произнести это вслух порой не успеваешь. Так что заранее извиняюсь за это. Так, наверху есть опять-таки замок с кодом доступа, у которого у нас нету. Значит, нам надо вниз. Пошли. Прогуляемся. Осмотрим, что тут. Опять кодовый замок. С кодом доступа, которого у нас нет. Так, сюда что, не пройдешь? Даже если вынесешь стекла... Точно. Нет, можно пройти, оказывается. Так, что у нас тут? В наши дни большинство романов переплетают историю взросления, либо с надуманной антиутопией, либо с трагическим романом. Автор «Кто, если не ты» умудрился соединить и то, и другое. Так, в общем, захотите перечитать, поставьте на паузу и прочитайте. А я продолжу играть. Так.
Так, опять комната с красным освещением. Так, вентиляция, офис, сектор, элеватор. А нам куда надо? Так, а где мы? А, вот. Ясно. Я понял. Ну что, погнали? Потихонечку попробуем дойти до нужного места. Ручное управление для снятия изоляции находится прямо там, в аппаратной. Но как мне туда попасть? Это аппаратная? А, с каким-то очень странным свечением, что ли? Там, наверное, эти иссы. Точнее, они там точно 100%. Потому что тут висят вот эти дядьки. Через стекло не пробью. Так, придется посражаться хорошенько. Так, их там так, как минимум их там 6. Оп. Первый враг. Погнали. Так, с этими закончили. Довольно-таки быстро. Так, освободим точку. Так, еще и акти надо найти по заданию, только что прочитал. Блин, выглядит эта трансформация очень даже прикольно. Так. Да, у нас тут вот сюда, по всей видимости, погнали. Что я все с этим погнали, да погнали. Слова-паразиты. Пишу уже 9-й ролик, а к камере все еще привыкнуть не могу. Толком. Так, давай, давай, иди сюда. Так, кто еще? Так, а что это у нас там? Интересное такое. Так, что это нас туда не пускают? Не пускают. Так, все, музыка закончилась, значит и сражение закончилось. Так, надо будет как-то поработать с этими материалами. Узнать все-таки, что и как они делают. Там я, хотя, вроде бы вопрос изучил в прошлом видео. Узнал, для чего они нужны. Но надо поподробнее поизучать. Про все эти усиления и тому подобное. В общем, прокачка, так называемая. Так. Я почти на месте. Нам надо куда-то вот сюда. А, вон оно.
Так. О, что там внизу? Сказала она. И я слышу уборщика. Веселая погоня. Миссия. Исследовать странные огни в комнате отдыха. Это здесь, что ли? Так. Телек с записью. Детская передача с монстрами. Threshold Kids. Так, все? Похоже, что нет. Рисунки детей. Ладно. Не столь... Нет, интересно, может быть, но... Долго смотреть это тоже. Очистить предмет силы. Лошадка с карусели. А, блин, как прикольно это сделано. И освещение, и движение стен. С визуальной частью этой игры потрясающе. Лошадь с карусели. Почему детские вещи такие жуткие? Так. И что сейчас будет? Нажмите B для уклонения. Ясно. Это рывок. Упс, нас зажало все-таки где-то сзади. Так, для рывка используется та же энергия, что и для броска. Окей. Оп, вот это прикольно. Окей. Золотые враги, невосприимчивы атакам Джесси. Окей, и как тебя? Столкнуть? Нет. Зря я, наверное. Блин, и все заново? Обалдеть. Ладно, в этот раз попробую не оплошать. Да что... Блин, извините. По несколько раз одно и то же смотреть, наверное, не очень приятно. Так, оп. Да что ж... Вот, слава богу, не упал. Надо еще немножко к таймингу привыкнуть. Так, золотые используются Б для уклонения от их атак. Ясно, я тебя понял. Так. Смогут ли Исы тягаться со мной? Нажмите А, затем Б для уклонения в воздухе. Это мы уже поняли.
Какой яркий свет. Мне ж, наверное, туда и надо. Так, мы вернулись. И уже с новой способностью. Останки зоны соприкосновения. Материал. Надо будет все-таки почитать. Офис уборщика. Сюда. Так, а здесь что? А, это, ну, наверное, он и есть. А вот и он. Хорошо. Для тебя есть работа. Самое время для поздравлений. Это случилось при последнем падении. Мне нужен помощник. Забавно. Я работала уборщицей. Эта роль мне более близка, чем роль директора. Похоже, только Ати это видит. Да, привет, Ахти. Послушай, нам нужно снять изоляцию между секторами, иначе я не смогу туда попасть. Ты поможешь мне найти пульт ручного управления? Если легко. Это совсем рядом. Но сначала надо сделать работу. Совсем недолго. Всего пару часов. Что-то мне подсказывает, что не все так просто, как кажется. Ты думаешь, где тут собака зарыта? Да, надо сказать, ты не вчера родилась. Ты отличная помощница. Очень хорошо. Я отмечу это в отчете. Мы... В этом доме есть проблема с вредителями. Очень большая. Большая беда с охладительными насосами и генератором энергоустановки Перкле. И пенсионер внутри чувствует, что петля вокруг его шеи затягивается. Ситуацию надо исправить, пока установка не взорвалась, и мы не исчезли к чертям собачьим. Стараюсь. Значит, нужно починить генераторы и охладительные насосы, иначе энергоустановка взорвется. Не волнуйся, я оставил инструкции. Ты поймешь, что и к чему, прежде чем я отправлюсь в отпуск. Работа здесь на дошке задач. Можешь сделать, когда будет время. Отпуск? Ну да. Да, никто не может отменить мой отпуск. Иначе будут проблемы. Но не волнуйся, ты справишься, и эта катастрофа исчезнет, как снег весной. Тебе пора идти, чтобы потом не пришлось бежать со всех ног. Дверь сзади ведет к установке. Дверь сзади? Отлично. Спасибо, Ахти. Так. Ну, если Ахти разговаривает еще как-то нормально, то наша подопечная балаболит прям очень-очень. Сжечь мусор вокруг очага. Бросай его в огонь. Жги все. Так, теперь у нас есть карточка. Так, куда нам надо по заданию? Сектор обслуживания, и нам надо... Так, где мы? Вот он, мы. Так, я что-то не понял. Миссии. Право директора на ручное управление. Нам покажет туда же. Ой... Забыл, как карта включается. Нет.
Это нам показывает как раз туда, куда нам надо. Ладно, и что еще произойдет, если эта штука взорвется? Власти. Взрыву. Слишком много. Обязанность директора. Свет включить. Так. Кажется, это весь приход. Так, вентиляция. Энергоустановка. Окей, значит, нам, наверное, сюда. Так, мы хоть туда направляемся, куда нам надо? Вроде бы туда. Вниманию обслуживающего персонала. Несколько недель назад из паноптикума сбежал предмет силы, поэтому всем рекомендуется соблюдать осторожность. Так что, если кто-нибудь заметит в секторе карусельную лошадку, немедленно сообщите мне об этом. Не пытайтесь изолировать ее в одиночку и однозначно не пытайтесь привязать ее к себе. Ваш руководитель службы безопасности. Ту самую лошадку, которую мы уже обнаружили. Так, энергоустановка АЭК. Нам точно сюда. Так, ты что, все еще меня не видишь? Странно. Ну что, берем что-нибудь потяжелее. Так, или это мой? А, это мой. Я издалека тебя и не признал. Так. Место очищено. Точка быстрого путешествия открыта. Поговорить с руководителем безопасности. И где ты у нас? Где-то здесь, по идее. Так, я что, зря бежал вокруг? С кем я тут должен поболтать? Явно не с тобой, ты у нас сисюрити. Так, энергоустановка. Хорошо. А где мне с ним поговорить? Тут же ж никакого ни входа нету, ничего. Центр обслуживания тоже туда. Аппаратная АЭК. Окей. Так, центральное обслуживание. Это либо здесь... Либо в аппаратной. Но фиг его знает.
Так, нашли два мода на оружие. Нужно будет как-нибудь поставить, использовать. Так, я уже вышел в совсем другое место. И пока не особо понимаю. Не особо понимаю, куда мне надо. Старейший дом – это место в движении. Зоны соприкосновения появляются без предупреждения. Что будет содержать зона соприкосновения, является вопросом, ответ на который можно получить лишь при ее проявлении. Широкое распространение получила теория о том, что зоны соприкосновения являются измерениями, вибрирующими на определенной частоте, отличающейся от нашей собственной. При совпадении этих частот зона соприкосновения проявится в старейшем доме, действующем в качестве чего-то там. Другие выдвигают теорию о том, что зоны соприкосновения являются параллельными вселенными или, возможно, нашей собственной реальностью в другой момент времени. Некоторые полагают, что наша коллекция измененных предметов влияет на старейший дом или привлекает зоны соприкосновения. И нам точно неизвестно. Нам точно известно, что зоны соприкосновения не являются постоянными. Со временем их частота смещается. Некоторые полагают, что сама по себе Земля является очередной зоной соприкосновения, связанной со старейшим домом, ведущим на самом деле свои корни в какой-то иной реальности. Данная теория практически неопровержима и вызывает что-то там у тех, кто с ней сталкивается, и по этой причине активно отрицается. Но... интересная теория, но не доказанная, по-моему, вами же. Так, надо пробежать туда и узнать, что там. Потому что я не уверен, что надо идти сюда. Так, охладительные насосы и камера очага. Чё-то я не особо понимаю, куда идти надо. Центр обслуживания и аппаратная. Так. Еще раз. Точка быстрого перемещения есть. Вот еще что-то. Может быть здесь? Да нет, здесь тоже стоит security. И не сюда. В будке охраны, он здесь главный. А, вот она, скорее всего. Я бегаю там, точно. Мэм! Я Эриш, руководитель службы безопасности. Разве вы не должны находиться в убежище? Походу, сейчас будет болтовня быстрая, что я ничего не успею прочитать. В смысле, озвучить субтитры. На них рук. Мы на одной стороне. Я Джесси Фейден. Я здесь, чтобы воспользоваться правом директора на снятие изоляции. Да, я руководитель службы безопасности. Постойте, вы наш новый директор? Очень приятно. К вашим услугам. Давайте обойдемся без формальностей. Конечно, мисс Фейден. Как вы сами видите, здесь у нас полный бардак, так сказать. Мы здесь держимся, но то, что заразило наших сослуживцев, оно заставляет их разрушать трансформаторы. А ЭК продолжает нагреваться, а на моих людей нападают и не дают провести ремонт. А ЭК? Простите, это жаргон бюро. Так мы называем энергоустановку, такую большую гудящую металлическую штуку. Сальвадор, начальник службы безопасности, попросил меня защитить АЭК. Видите, там опасно. А доктор Дарлинг знал, что на ЭК нападут. Дарлинг? Он с вами? Нет, он пропал несколько дней назад, еще до того, как все началось. Он был не в себе, не все что-то. Постоянно болтал о уязвимых сторонах и о том, что его один большой рук нужен ему в другом месте. Ну, по крайней мере, он дал нам эти личные руки перед уходом. Кстати, я уже говорил, что он срывал с себя одежду. Совсем спятил, бедняга. Дарлинг знал о приближении исов. Послушайте, как и все остальные, я люблю играть в вопросы и ответы. Но сейчас нам нужно заняться системой подачи воды и электросистемой, пока она не взорвалась. Я попрошу, чтобы вам открыли двери для прохода. Хорошо, я позабочусь. А вы оставайтесь здесь и постарайтесь не дать исам добраться сюда.
Исы? Мы их так называем. Послушайте, радиопередатчики не работают, так что если встретите моего босса, спросите, какой у него план. Я уверен, у него уже есть какой-то план. Я буду следить в оба. Очевидно, что он очень верит в своего босса. Берегите себя. Блин, очень быстрая болтовня в этой игре. Очень. Так, попью водички. Так, я получил сообщение, да, если кто-нибудь в секторе будет что-то говорить про Ахти, просто ответь, что позаботишься об этом, и оставь все как есть. Ни при каких обстоятельствах сотрудники не должны вмешиваться в его деятельность. Я рассказал тебе все, что мне о нем известно, чтобы тебе было легче иметь дело с его странностями, но это по-прежнему весьма засекреченная тема. Кроме того, я посмотрел твой отчет об работнике карьера, который забрел ФОД. Задержать его было правильным решением. Мы выясним, что он видел, и потом примем решение, что с ним делать. Так, пошли дальше. Починить насосы, энергопреобразователи. Так. Одно и второе. Значит, первое есть в обслуживании. Окей. Так, где я? Я все-таки не туда забежал. Так, реально, в этой игре запутаться можно на раз-два. Так, это еще что? Оба-на, ИС. Так, вроде больше никого. Так. Я пошел туда, а мне надо вот сюда. Так, это еще что? Иди-ка ты сюда. Так, это как был первый, что-то типа первого босса. Так, враги закончились, наконец-то. Я, в принципе, шел почти правильно, но здесь был еще один вход. Так, да, нам сюда. Так, сейчас начнется.
Включено. Замени детали. Так. Зону мы очистили. Туда нас больше не пускают. Значит, нам туда. Ух ты. Сам себя повредил. Так, заменить детали чего-то. Так, все правильно, нам туда. Так, а что вот это за зоны? Странные. Так, сюда не зайдешь. Так, вон те детали, да? Разогрета до предела. Ты должна починить его раньше, чем установка пойдет в разнос. Как скажешь, дядька. Так, я думаю, что те охранники, которые хотели меня атаковать и упасть, уже это сделали. Так, здесь целая куча энергоячеек. Кто там? А, вот ты где. Надо, наверное, будет... Ага. Так, значит, надо будет остальные ячейки сейчас также вставлять. Так, здесь у нас ничего, кроме ящика. Что у нас? Материал. Окей. Ладно, погнали вставлять остальные ячейки. Так, брось каку. Нам надо вот это. Так, еще одна ячейка осталась. Так, а где подъем наверх?
Есть питание. Теперь починим насосы и восстановим подачу воды. Так, там что-то есть. Но как туда попасть? А, вот так все просто. Ну что, пошли дальше. Насосы восстанавливать. Наверное, это сюда. Так, нас практически выводит обратно. Так, это... Списки должников на споре. На ставке, точнее. Аппаратная ЭК, энергоустановка. Ну-ка. Карьер черного камня. Давай аппаратная. Я в ней есть. Карьер черного камня. Наверное, нам все-таки не сюда. Так, и где я нахожусь? Пятый уровень доступа. Мне не по карману такое пока еще. Так, и здесь пятый уровень доступа. Ясно, значит, спускаемся на первый этаж. Запутанная игра. Надо много догадываться самому, куда идти. Ладно, это не столь страшно. Догадаться самому, куда идти. Дело в том, что порой бывает просто затруднительно найти путь. Потому что именно запутано очень. Так, нам надо подсобка уборщика. И через нее, там где-то есть проход, пройти в эту зону. Либо же с обратной стороны. Давайте попробуем с обратной стороны. Если я не ошибаюсь, то вход должен быть где-то здесь. Да, вот он. Так, враги побежали назад. Но кто? Где? Так, летун. Даже два, которые меня практически убили. Еще и взорвались. Ёкарный бабай. Как это я их не заметил? Так, это какие-то самоподрывные гаденыши. Таких я еще не видел. Так, покоцали они меня здорово. Так, кто? Где еще? Иди отсюда. Так, патроны. Дайте что-нибудь тяжелое. Лови. Что это у вас тут так много? Так, куда я попал? Ай-яй-яй-яй. Надо бежать отсюда. Да ладно, как, когда я успел-то всех завалить? Только что ко мне летело еще две штуки, а тут уже оказывается никого. Так.
Опять они меня подорвали, да что ж такое-то? Так, благо тут оставили лечило хоть чуть-чуть. Так, охладительный насос, значит, идем правильно. Так, энергоячейки. И дверь куда-то. Так, ну что, посмотрим модификации оружия. Так, оружие у нас снаряжено. А как его прокачивать? Вообще, если честно, я не помню. Так, модификация оружия. Урон брони, осколочное группирование... Группированное... Блин, группирование вращения. Точность плюс 13, с рассеиванием боеприпасов минус 8. Эффективность перезарядки плюс 10. Отдача осколков. Давай, эффективность перезарядки. Персональные моды. Эффективность метания 7-8, восстановление энергии, повышение здоровья. А что сейчас стоит? Повышение здоровья. За каждый подробный элемент на 20. Хм. Усиление энергии, скорость восстановления энергии. Так, это ничего особо не надо. Активы тут тоже сейчас не посмотришь. Ладно. А вот и враги. Да чтоб тебя с последнего патрона на попал все-таки. Так. Походу враги закончились. Так, нам туда. Furnace Chamber. Я не знаю, что это такое. Но выглядит потрясающе. Очень красиво. Освещение поставлено шикарно. Правда, по глазам бьет. Как будто, когда как зимой выходишь из темного подъезда на улицу, которая вся в снегу. Аж глазам больно. Вот и с этой игрой. Примерно так же в некоторых местах. В некоторых очень сильно пересвечено, в некоторых недосвечено. Просто продержитесь чуть дольше. Заявила наша протагонистка. Так. Можно куда-то и туда попасть. Или оттуда мы могли сюда еще подойти. Давайте сразу остальных. Да что?
Откуда ты сзади-то взялся? Все, закончились враги. Все сломано. К чертям. Надо скорее починить. Если установка взорвется, мы тут все отбросим коньки. Спасибо, Ахти, за подсказку. Так, эти нам, по идее, не помешают. Так, мы в нужном месте. Блин, каждый раз нажимаю не ту кнопку, пытаясь закрыть карту. Так, лифта нет. И активировать я его не могу, скорее всего, пока не закончу здесь квест. Так, здесь стоят энергоячейки, значит, где-то... Надо их всунуть. Закон жанра. Если они есть, то обычно не просто так. Но это обычно. Как сделали ребята из Remedy, фиг его знает. При том, что ячейки тут разбросаны везде. Мой старый враг, засор, забил трубы. Нужно разобраться с этим дерьмом. Он очень умный. И он хочет спрятаться. Мы поймали его. Это еще что за фигня? Самое отвратительное, что я когда-либо видела. Гадость-то какая. На самом деле, что ли, дерьмо. Так, что тут происходит? Ясно, оно поливает дерьмом все вокруг себя. Так, эта хрень отступила. Значит, нам точно сюда. Вали отсюда. Просочился через решетку. Спрятался, блин. Ну и куда ты дальше поползешь? Вниз. Так, и что дальше? Очистили дальше-то что? Что, ничего не подскажут? Так. Здесь все обрушится. Ладно, побежали чистить охладительную. Или что там надо чинить? Обслужить.
Так. Странно. Опять ничего нет. Жалоба на засор. Опять начались треклятые перебои в работе системы подачи воды. Что это, черт подери? В чем причина? Кто мне скажет? И почему Ахти все время орет какую-то бессмыслицу об этом? Он ведет себя так, будто засор в трубе может его понять. Впрочем, неудивительно, он ведь считает, что и мы можем его понять. Думаю, что просто такой особый сорт безумия. Я хочу испытать новый очиститель труб. Очень забористая штука. Это нам намекает о том, что надо сделать. Так, ну странно. Я был только что там. И там я ничего не нашел. Эту хрень. Дерьма демона. Я вроде убрал, только ничего от этого не изменилось. Так, придется еще раз посмотреть. Ну. Еще раз пробежаться по-быренькому здесь посмотреть. Если нет, значит нет. Странно. Так, здесь вроде никаких проходов нету. Здесь тоже закрыто. Здесь закрыто. Здесь ничего. Да что ж такое-то? Так, получается, что сейчас искать энергоячейки? Куда ставить, если они там разбросаны везде? Или попробовать пойти именно по этой трубе, глянуть, что произойдет? Так, а там ящик есть. Так, и все-таки с этими ничего не происходит. Хм. Все-таки нашел хотя бы одно. Есть. Да ладно, блин, давай, прыгай. Давай уходим отсюда. Так, вон второй очиститель. Не то. Опять не то. Должны сразу враги пойти. Очень предсказуемо. Так, это два. Вот этот вот третий, по идее, как бы. Третья установка. Да. Я же говорил, что все это не просто так, но не замечал. Так, снять внутреннюю изоляцию.
Нужно в аппаратную АЭК. Так, кто там по мне так лупит? Что ты хочешь? Так, ресурс. Так, лифт покраснел. Оба. Ну, сразу поехали. Ну, давай, выходи. Готов. Красавчик бронированный. Так, погнали на лифт. Так, нам надо в аппаратную. А, ну, если он не спросил, куда нам ехать, я думаю, он завезет нас в нужное место. Так, там какая-то перестрелка идет. Так. Так, сколько же вас тут, а? Так, это свой. А вот это враг. И походу он был последним. Так, и открылась дверь. Ну что? Это он говорит про то самое дерьмо, которое мы только что разгребали. И про Ахти, которому это не понравится. Так, ну что? Зачитываем текст. Когда трансформаторы и насосы заработают снова, мы сможем вернуть этой детке безопасную температуру. Я надеюсь. Так, Иссы, что вам известно об Иссах?
Немного, лишь то, что я видел. Они используют ту же тактику, которую учили нас маршал Сальвадор, что заставляет меня думать о том, что Исы стерли людей внутри не полностью. Чертовски ужасная мысль. Или же они используют то, что находят в головах своих жертв. В любом случае, они очень хотят попасть внутрь энергоустановки. Как думаете, почему? Черт, не знаю, они хотят уничтожить жизнь. Так. Можно узнать про Ахти. Вы знакомы с этим Ахти? Конечно. Он мой любимый товарищ попить кофе. Парень знает кучу сумасшедших историй. Он знает больше, чем кто-либо еще здесь. Если, конечно, вы сможете понять, что он говорит. Вам известно, откуда он? Думаю, Швеции. Откуда он есть? Знаете, некоторые камни лучше не переворачивать. Мне пора. Так. Странно то, что одни фразы он болтает как сумасшедший, а другие произносит вполне медленно. Так, куда нам надо? В аппаратную. Это мы уже помним, где было. Вот там вот. Нет. Опять сюда? Снять внутреннюю блокировку. Аппаратная ЭК. Ну. Она внизу, что ли? А! Так. Central Mind Trains. Ну, это может быть оно? Блин, вот когда плохо, когда с английским плохо. Центр обслуживания нет. Это не сюда. Аппаратная находится чуть ниже. Нам надо как-то на лифте спуститься туда. Мне не нравится этот звук. Так, туда не пойдем. Так, это странно. Вроде же лифт был вообще какой-то для спуска в аппаратную. Подожди, блин, я же мог туда по быстрому перемещению сработать. Что-то я туплю. Так, Control Room. Значит, где-то нам сюда надо. Или, подожди. Здесь мы еще не были. Так, значит, это я не ступил. С лифтом. Так, закончились враги. Зачистим эту точку. Так, защищать их. Удерживаемые здесь силы. Изоляция. Снята только благодаря ручному управлению. Так вот и наша цель.
Ах. Вот так, доступ в другие секторы теперь должен быть открыт. Думаю, пора рассказать Эмили правду, зачем я здесь. Рискну. Вам двоих стоит познакомиться. Так, вот и началось то самое, да? Так, быстрое перемещение, способности, астральные контуры. Так, формы пистолета. Сконструировать вращение, сконструировать осколки. Так. Требуемая форма вращения для табельного оружия. Ну окей. Есть. Форма вращения есть. Может быть и осколки сразу. Окей. Испробуем. Так. X и переключение формы оружия. Ясно. Автомат. Это наш обычный пистолет. Это автомат. Так, а третий режим? Угу. Значит, мы можем выбрать осколки. И это будет быстрая смена. Это, я так понимаю, дробовик. Попробуем с дробашом. Так, сначала посмотрим, что здесь есть. Интересного. А потом перемещаемся к Эмили. Так, походу... Ха! Тот самый спуск? Нет. Опять какая-то комната. С доступом моим сработала. Так, ясно, я понял. Я пришел в самое начало, где спускался на лифте. Так, подожди. А разве это было здесь? Я же заходил в какую-то комнату. Вроде бы. Вот, блин. Здесь так меняется архитектура, что порой я не замечаю или мне кажется, что что-то меняется. Ой. Так, нам сюда. Надо наверх к Эмили. Интересно, Ахти будет на месте или нет? Так, сектор управления. Так. Ой. Интересно, что сейчас расскажет наша подопечная Эмили о том, что надо с кем-то познакомиться. Там мое предположение, что у нее какая-то вторая личность после инцидента, который там произошел с ней в детстве. В общем, фиг его знает, что там. Сейчас и узнаем. Какая долгая загрузка. Давно не встречал игры, которые так долго загружаются. Последнее время привык, что загрузка, ну, наверное, не более 10 секунд длится. Поэтому за 10 секунд, в принципе, есть что сказать по-быстрому. Раз, два и все. Но при такой долгой... При отсутствии действий, которые не прокомментируешь, или подсказок. Так, где у нас сидит Эмили? По-моему, вот там вот. Хотя я могу ошибаться. Нет, скорее всего, не тут. Нет. Вот тут вот. Или тут кабинет директора. Нет, это тут. Джесси, у вас получилось. Внутренняя изоляция отключена. Эмили, надо поговорить. Да, конечно. Ну что, пошли разговоры. Послушайте, Эмили. Скажу ей. Я была с вами не до конца откровенна. Дело в том, что у меня был брат, Дилан. Как-то в детстве мы нашли на свалке старый диапроектор. Его слайды... Они создали проходы в другие места.
Произошло кое-что плохое и проникло через проход. Это все, что ей нужно знать. Остальное останется при мне. К счастью, нам помогли. В одном из тех мест мы встретили нечто. Существо. Существо? Какое существо? Это сложно описать, но она помогла нам. И нам удалось отключить диапроектор. А вместе с ним исчезли все ужасные вещи, которые проникли через проход. После этого пришли ваши люди и попытались нас схватить. Я сбежала. Но они забрали Дилана. Я оставила его. Агенты бюро забрали вашего брата? Да. Бюро все скрыло. Никто мне не верил. И теперь все... не успел. Я искала его все эти годы, Дилана, брата. А что случилось с диапроектором? Судя по описанию, это еще один предмет силы. Я думала, вы забрали его, бюро, вместе с Диланом. Никогда о нем не слышала. Но здесь у нас столько всего засекреченного. Я заглянула в файлы, описывающие МС в Ординариуме, о котором вы говорили. В том случае принимали участие Тренч и Дарлинг. Под это отведена обширная площадь сектора сдерживания. Этим дело давно никто не занимался. Я понятия не имел, оставилось ли там что-нибудь. Расскажите мне об этом существе, которое вы нашли. Надеюсь, вы поладите. Она была со мной с того случая в моей голове. Это она направила меня к вам. Я называю ее Полярис. В честь путеводной звезды? Знала ли Полярис о Иссах? Если она провела с внутрь изолированного здания, она очень сильна. Это объясняет результаты тестов. Ваши показатели просто невероятны, Джесси. Выполнив перекрестный поиск, я нашла два совпадения в старых секретных документах Дарлинга. Увы, у меня нет доступа к содержимому, только к кодам документов. Один из них называется И-6 и относится к программе отбора идеальных кандидатов на пост будущего директора. Документ зарегистрирован на имя Дилана. Это Дилан? Еще одно совпадение касается так называемого Гидеона, и это резонансные усилители Гидеона как-то с ним связаны. Гидрона. Я лишь знаю, что Маршал отправился в сектор исследования, чтобы защитить производство ГУР после первой атаки ИСов. Кажется, именно Маршал приведет меня к Дилану. Я должна отправиться за ней. Как мне пройти в сектор исследований? Возьмите мою ключ-карту. Вы доберетесь туда на лифте. Короче. Следующий шаг. Маршал. Как сказала Эмили об ординаторами, мои способности имеют связь с чем-то в прошлом бюро. Я близка к чему-то важному. Ты чувствуешь? Что-то приближается. Я помог тебе. Теперь ты должна помочь мне. Когда настанет время, я скажу. Новая миссия. Клуб старых друзей. Обслуживание. Крупные цели. Так. Новые уведомления бюро. Давайте активируем. Оба-на. Это еще и на время миссия. А, не хочу. Так, может спросить у нее о Иссах? Может, она нам что-нибудь расскажет? Hi, Jesse. Перемещение здания. Давайте спросим у нее. У этого места есть плохая привычка передвигаться туда-сюда, а? Значит, вы заметили перемещение здания. Известно ли вам, что 39% несчастных слушателей в бюро вызваны перемещениями?
Это правда. Значит, они опасны? Ой, очень. Однажды акула оказалась в зале переговоров вместе с 10 тоннами воды. Это была тигровая акула, любимый исследовательский проект Дарлинга. Вот только я позабыла, что он там исследовал. Как люди здесь работают? Ладно. Не будем отвлекаться. В принципе, наверное, на сегодня эту часть прохождения мы закончим. Нам надо пойти на лифт и куда-то спуститься. Так, посмотрим по миссии. Найти Маршал. Так, и что за беспорядок? Так, и сжечь мусор вокруг очага в секторе обслуживания. Я не выполнил. Ну ладно. Мы перейдем к клубу старых друзей миссия. И я скажу так. Всем, кто смотрел этот ролик, всем огромное спасибо. Если вам понравилось, ставьте комментарии. А, не так. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на этот канал. Также приводите сюда друзей, помогите развивать канал, и я буду вам премного благодарен. Всем спасибо, всем пока.